Добрый вечер, уважаемые любители виртуальной авиации. Продолжаем серию стримов полеты за виртуальную авиакомпанию. Сегодня АТР, как и последнее время, АТР 72-600. Да, рейс сегодня из Сочи в Ростов слетаем. Рейс небольшой, час 10 займет по времени для этого самолета. Вот, полетим в сети ВАТСИМ. Продолжим изучение достаточно интересного самолета, этого АТР-ки. Так, ну что, вроде все нормально. Сейчас раз, два, да, звук есть, все есть. Давайте переходим в кабину пилотов. Так, откроем здесь, кстати, так, двери, что мы зашли. Вот, и начнем с Initial Cockpit Preparations, а именно с Emergency Equipment, с аварийно-спасательного оборудования. Проверяем огнетушитель здесь, топорик здесь, Emergency Escape Route, аварийно-спасательный канат вот тут уложен. У нас Emergency Exit Guard Close закрытый. Так, кислородные маски уложены. Так, и будем считать, что сумки у нас здесь стоят под сиденьем со спасательным жилетом. Так, Gearpens and Covers здесь, на борту у нас. Алексей Латрев, приветствую. Ну, добро пожаловать, раз давно не заходили. Так, и проверяем Circuit Breaks Panel, панель предохранителей. Так, осматриваем. Вроде все чек. Не знаю, посмотрим после АТР-ки какой будет. Может, на МД вернемся, на 82-й. Тоже интересный самолет. Да, может и Boeing, по кругу все равно все будем гонять. Так, проверили Circuit Breaks Panel Check. Так, переходим сюда, убеждаемся, Parking Brake Set установлено, проверяем. 3000 PSI есть. Так, Power Levers у нас Ground Idle, Gust Lock On стоит, Conditions Levers Fill Shut Off, Flaps Retract убранные, Landing Gear Check Down Positions, проверяем Electronic Engine Control In. Ну, не вытащены, утопленные. Both wipers off. И проверяем. Батарею подрубаем, проверяем. Да, здесь Avionics Test пошел. External Power у нас available. Подрубаем External Power. Ждем самотестирования систем. Так, и пока ну какую, да, в Тюмень, да, конечно, слышал. 500-я модель ЮТРовский, да, конечно, слышал. Так, давайте пока откроем. Вроде обленительную обработку не прошли, пали. И системы там у них не было, Aircraft Performance Management. Мониторинг менеджмент был. Так, чек-лист оставим. Так, а здесь план полета наш. Откроем. Да, заправку сейчас сразу сделаем, посмотрим. 2847. О, фюрер, спасибо. Спасибо, добро пожаловать на борт. Так, 2847. Разверните авианосец, подберем фуражку, сэр. Мы находимся в процессе выполнения ответственной операции. Давайте топливо. 2847. Танк Евартисла. Вот так, 2863. Поставим. Так, все, пока. Так, ну что, продолжаем проверку. Normal Cockpit Preparations, Initials мы выполнили. Поехали, Normal Cockpit Preparations. Так, здесь Cabin Light давайте пока он включим. Так, здесь проверим Dome Light. Давайте Bright. Пусть будет поярче. Вечер уже, тем более пасмурно. Так, Fuel Panel проверяем. Low pressure здесь погасло, X-Fit включаем, low pressure со второй стороны погасло.
То же самое проверим с этой стороны. Так, чек. Видим кабин окей, сервис окей, doors панель проверили. Открытие вентиляции, вернее, дверей. Так, здесь смотрим, flight control fault не горит. Так, travel limit units в Ulta, спойлеры не горят, landing gear indications check. И multifunctions computer у нас фолты не горят. Так, fire test. Speed test выполняем. Fault test. Fire test. Так, переходим сюда. Здесь навигационные огни включаем. То, что мы на борту, park brake off, ready on, горит, engine start panel, проверили, чек, electrical panel проверяем, генераторы подрубаем, так, и смотрим здесь, сверяем, что здесь у нас индикация соответствует своим переключателям всем, так, чек. Дальше проверяем здесь cockpit voice recorder тест, давайте включаем. Так, cockpit voice recorder, он включаем при external power. Он должен синеньким гореть, пока не горит. Вот здесь зажимаем. О, Рома, приветствую. Test pilot, приветствую. Так, зеленую зону здесь должен. И вот потом его отключаем. Он включится автоматически при запуске двигателя. Так, все, переходим сюда. Дальше. Seatbelts. Понял, здорово. Так, Emergency Exit Lights Disarm. Хорошего отдыха, Роман. Так, и теперь включаем обогрев стекол. Anti-Ice, проверяем, чек. Все выключено, да, трубки питом и статик порты все off. Понял, здорово. Илья Бронович, приветствую. Так, проверяем панель переменного тока, подключаем генераторы, external power, переменный ток не будем подрубать, проверяем hydraulics panel, включаем насос всем, включаем индикацию. Так, и включим временный насос, аварийный. X-Fit нажмем. Ну, спасибо, Алексей Лодрев, приветствую, спасибо большое. Так, видим, что X-Fit объединился. Работает в течение 30 секунд, работает аварийный насос, сейчас отключится. Да, не было. Thank you, Алекс Лотарев. Блин, здорово, Ром, очень жду эту модель. Скажи, что все ее ждут. Очень сильно ждут. Пересядем на Ан-26 сразу, как только выйдет. Так, отключаем здесь X-Fit. Убеждаемся, что здесь аварийный радиомаяк у нас, что в Ulta и не горит. Тест не делаем. Понятно. Ну, ждем, ждем. Не трави душу, как говорится. Так, Annunciator Light поставим вот так в Bright. Air Conditions Panel проверяем. Что Recirculation Fan On, Temp Selector Ulta и в Normal Flow стоит. А еще один билет продан. Так, Ventilizations Avionics, смотрим. У нас Enhanced мод, вентилятор в Normal вращается, стоит. Так, и клапан у нас в Ulta забортный, который открывается, воздух выкидывает. Положение Ulta. Убеждаемся. Oxy, смотрим панель. Наш... Для нас, для летного экипажа, скажем, кислородный баллон заряжен. Давайте его включаем. Посмотрим здесь как раз на Air Condition. Да, вот оно, питание есть, крю. Все, отлично. Так, Pack Supply Off выключен. И Compartment Smoke Test проводим. Да, после этого видим, что вентилятор у нас отключился. Его принудительно включаем. Так и должно быть. Сегодня скидка действует. Да без разницы, давай загружайся, полетели. Так, скрипт-тест делаем.
Я пока как раз соберусь, только ты уже подготовишься. Так, чек проверили. Все, переходим сюда, на пьедестал. Дальше проверяем автоматик Takeoff Power. Control Systems. Убеждаемся, что у нас он заармировался, этот режим. Так, и давайте проверяем, что на втором добавились, а на отказавшем двигателе флюгерное положение. Так, давно вообще Симом увлекаешься? Какой первый Сим был? Самолет был. Да, очень давно Симами увлекаюсь. 2002 майки. Был Boeing 747, первый самолет. Проверяем также с второй стороны. Так, уже более 10 лет в симуляторах. Так, закрыли, проверяем триммер. Триммер руля направления, руля высоты проверили, посмотрели. И руля направления. И элероны, не будем проверять триммер элеронов. Так вот, сбросим. Все, отлично, проверим здесь emergency console. Ulta, guard close, закрыто. Так, поехали дальше сюда. Переходим. Cockpit doors locking systems. Убеждаемся, что у нас open горит, двери у нас открыты физически. Что ты камеры эти в майке. Так, checked. Теперь давайте проверим панель ком. Поставим 122.8. Здесь мы на Юникоме. Так, вот таким образом 122.8 есть. Дальше проверим транспордер наш. Давайте вот 2000 поставим, ответчик. Чё, 7000 поставим. Все, вот так, отлично. Поставим вольт off и в он. Так, транспордер первый будет и TCAS. Самый любимый самолет. Нету самого любимого, есть все по времени. Но больше все равно Ту-154 нравится. Так, а так нету самых любимых самолетов. На всем нравится летать. Так, и давайте здесь пусть стендбай пока будет. Вот, вот таким вот образом. Так, переключим обратно в Indy Only и посмотрим terrain тест. Так. Формат переключим. Правильно, не terrain test, конечно. Ground proximity warning system test. Сейчас тест пройдет, погаснет. Так, здесь трафик выбав, все так и оставляем. Все, здесь переключим обратно на VX. Так, здесь все, проверили, переходим сюда. Проверяем еще раз maintenance panel наше. Так, шейкер. А, кстати, что я вот не, нифига не сюда еще. Пока вот здесь я еще в среднюю пьедестал-то не проверил. Вот, переходим сюда, давайте система Aircraft Performance Monitoring проверяем. Ждаем, что она включена. Так, видим, что сообщение вылазит. Дефолт загорелся, есть, отлично. Stick Shaker Guard Close закрыты. Ice Detect мы датчик не трогаем. Так, дальше Power Management у нас в Takeoff. Пропеллер Electronic Control On. Проверяем Boost. Checked. Проверяем аварийный запасной, вернее, авиагоризонт. Так, чек. Здесь еще раз Electronic Engine Control In. Утоплен. Pressurization Panel. Смотрим, что Guard Close закрыто все. Ничего у нас не горит. Landing Gear Down. Indications check. Антискид. Смотрим, что включен, а проверяется он после запуска двигателя. Так, вот теперь здесь все. Переходим вот сюда. Теперь убедились, что стикшейкер у нас закрыт. И проверяем теперь.
как говорил один человек, автомат тряски штурвала. Так, все, давайте по электрике посмотрим. Emergency battery. Инвертор. External power. Это нормальные здесь показатели, все. Закрываем, открываем. Compartment hatch. Здесь специально открывается, постоянно, не только для передачи документов, они, потому что насос, ой, вентилятор у нас работает, вот этот вот большой, X-Hust называется, вот, и он сильно разряжает, создает, если двери закрыты, и здесь не открыто, а так через него будет сосать нормально воздух. Так, все, с этой стороны разобрались, переходим на эту сторону. Maintenance panel проверяем, второго пилота чек, все, guard closed, здесь ничего не делаем. Проверяем extractor flow, что в open, а не в closed. Так, и, о, кстати, кислородную систему-то я здесь... Да, давайте, забыл уже что-то сегодня. Nullsphere Stirling, проверяем, что guard closed, кислородную систему проверили. Так, и здесь убеждаемся, что... Index panel checked, speed сразу, здесь я в Alta, поставим в Magenta, так, и поставим давление, давление текущее сейчас, вот, чтобы было видно, текущее давление у нас в Сочи сейчас 10-17, сейчас обновлю, может поменялось уже, нет, 10-17 так и есть, где-то паскали, установлено. Вот таким вот образом. Так, и теперь все, вот переходим сюда, проверили здесь, так, чек, да, кислородную систему проверяем, маски. Так, здесь посмотрим, переключение, вроде отлично. Ну да, напоминает арбуз, только с винтами, ну французы делали, так, здесь чек. 10-17, давление установлено. Так, мониторы смотрим. Индикация нормальная, что с левой, с правой стороны. Вроде все отлично. Так, и теперь лайт-тест. Правой, второй пилот заканчивает проверку лайт-тестом. Ну, есть тут примерно философия Airbus чувствуется. Так, лайт-тест. Окей. Так, ну все, вот теперь можно обойти внешний осмотр, сделать и начать Final Cockpit Preparation, заполнять CDU. Давайте обойдем, сходим на внешний осмотр, глянем. Сейчас я камеру вот так вот скорость уменьшу. Посмотрим. Не, интересно, мне, говорю, вкатил. Очень понравился самолет. Артём Орлов, приветствую. Внешку, да, не сравнивал никогда, поэтому даже не подскажу, какие тут косяки есть. Внешка для меня это, скажем так, последнее, на что я вообще обращаю внимание. Ну, не скажу, что плохо. Шасси довольно-таки неплохо сделаны. Так мельком глядел. Он так-то сам АТР по себе, там, маленько несуразный такой. Так, все. Ну, можно было сделать, может, сделают.
Да, неплохой АТР, нормальный самолет. И в реальности, и здесь неплохо сделал. Есть недочеты, есть еще много чего не сделано. Ну, это все, надеюсь, сделают. Так, все. Зашли сюда, давайте Final Cockpit Preparations начинаем. Так, ФМС-ку зайдем, видим, тесты окей, прошли. Самотестирование прошло. 250-й максимальный эшелон у него. Так, смотрим, 12 мая, сегодня 23-е, нав-дата, будем считать, что чек. Александр Волгоград, приветствую, спасибо. Так, локальное время правильно, да, 11.11 по UTC, вернее, UTC, правильно. Так, все, видим GPS и курсы магнитные у нас. Так, Position Cine, и давайте согласуем. Так, GPS Position ставим. Так, чек, возвращаемся. Ну, шатает его вроде, если про игру говорим. В реальности не летал на нем, не знаю. Так, навдату. Смотрим, будем считать, что чек. Навдата свежая. Так, в units переходим. Здесь все окей. Так, и теперь weight переходим. Смотрим. Топливо у нас. Ну, кстати, можно вот здесь посмотреть тоже. Так, тонна 400, 2820 у нас. А здесь 2855. Ну, вот. Давайте его и вобьем. 2855. Так, fuel on board, zero fuel weight. Смотрим, zero fuel weight у нас 18820. Вот такие он тоборот. 410 тоже не довелось летать. Я только на забугорных летал. Ну и в детстве летал на отечественной технике. Даже на Ил-86 летел. Так, резерв фьюл. Здесь Finras плюс Alternate. У нас 500 килограмм экстра. Отнимем 564. Ну, давайте округляем. 570 килограмм вот так поставим. До запасного. Запасной у нас Краснодар. Пашковский. Так, оставим. Все. Здесь ввели, возвращаемся. Давайте в Perf Init и накручиваем Cruise Altitude. Cruise Altitude на 180 эшелон. Поехали, накручиваем. 180 эшелон. Так, все, 180 есть. Alternate запасной давайте вобьем РКК. Да, он здесь собьется. И до него, получается, нас в обратную пойдем. Это, ну, 150-й эшелон. Нет, в реальности не закрывает. Потому что ты сидишь выше, даже... В шлеме виртуальной реальности, вообще в кабине прям хорошо сидеть. Везде все нормально. Так, здесь мы все вбили. Ну, я маленький, смутно помню. Так. Все, переходим сюда к флайт-плану. Road. URSS. Вбиваем, так. И URRP. Так, и flight number у нас UTR 205. Так, ID. Так, confirm, execute. Так, ну и все, и поехали. Наш план полета забиваем. Так, Аднет 1 танго. У нас вылетаем из 24-й полосы. Так, Аднет 1 танго. Transitions none. Confirm execute. О, Серега, доброго вечера. Так, и теперь Саднет Виски 79 Airways. И идем на точку Амепу.
Так, confirm, execute. Все, с точки теперь... по мепу 2 uniform, схема захода. На 23-ю полосу, да, планируем пока. Может, кстати, поменяться, там ветер боковой. Ну, пока на 23-ю планировали, поэтому мепу 2 uniform. Так, и транзишн с РП, по-моему, 511. Сейчас гляну. Да, РП 511. Confirm, execute. Так, просмотрим сейчас здесь все. Да надо, вот прилетим. Буду как-нибудь. Вроде уже мне Хабаров сценарий подогнали. Надо полетать будет в ваших регионах. Так, давайте разрыв убираем. Confirm, execute. Наверное, перегоню туда АТР-ку и потом полетаю по Дальнему Востоку. Так, ну и все, и уход на второй круг. Вроде все правильно. Так, с маршрутами все разобрались. Давайте теперь secondary flight plan. Ну да, где-то есть сценарий... Хабаровска. Ну, к сожалению, дать не могу. Дают под нераспространение. Так. Где, не знаю. Кто-то делал, вроде продает их. Там, по-моему, группа какая-то дальневосточников. Чё-то точно не знаю. Так, давайте copy active. Flight plan скопируем. Переходим в secondary flight plan. И давайте в объем на случай возврата. На случай возврата, что мы вот, вот так вот сделаем. Здесь new destinations в объем. The sort of flight приветствую. Вот так, new destinations. Оно, кстати, сейчас не отобразится здесь. Перейдем сюда, видим, да, что у нас... отобразился, и заход на слог Зулу на 0.2. Да, без всякого, без транзишнс, без ничего, просто будет вот таким вот образом. Чтобы мы, если что, прям на него сразу могли спрямиться. Вот, и пошли. Так, все, вроде бы здесь с secondary flight планом разобрались, переключаемся на основной. Так, заходим сюда в прогресс. Prime UTC. Вообще они подключают это каждый раз. Давайте RNAV 5.2.1 поставим и Start Prediction. Пусть загружается. Так, теперь в Performance заходим. Transition Altitude в Сочи. Здесь 13 тысяч вроде как. Transition, сейчас гляну. Да, 13 тысяч Transition. О, поздравляю, 4070 Ti, хорошая видеокарта. А до этого какая была? Чтобы понимать, сильно будет разница. Так, Transition 130 эшелон есть. Ой, говорю, пили. 3070. Ну, тоже неплохая. Поздравляю. Так, круиз винт. Давайте в объем. 264.33. Так, все, есть, вбили. Ну, TI она все равно получше. Так, круиз все есть. Здесь дальше посмотрим на approach, на заход. Да, вот здесь, кстати, давайте на заходе, на approach, наше давление пока поставим, потом поменяем и ветер, чтобы у нас на возврат сразу рассчиталось. Так, я думаю, можно так делать.
Давайте так и... Так, для этого давление у нас 10-17. Транзишнс мы не трогаем, а ветер у нас будет, да, сейчас штиль, ветер по нулям. Ну вот его и поставим в Сочи. Хорошо, пока. О, вот так. Чтобы он нам рассчитал via approach, чтобы нам не тыркаться сразу, если что. А потом вручную. Так, все, здесь рассчитали. На страничку VNAV переходим и проверяем Landing Elevations у нас в Ростове. Сейчас посмотрим. Подходит нам. Автоматическая здесь система. Да, 281. Ну, примерно правильно, нормально. Все. Здесь разобрались. Да, SAT и QNH здесь не вводятся, хотя должны здесь Destinations вводиться. Вот это как раз сделана страничка. Здесь мы на тейк-офф на случай возврата можем ввести. Здесь на approach. А здесь VNAV именно в destinations. Так, ну что, все. Вроде бы тогда оставлю. Давайте вот так вот на тейк-офф на скоростях. MCDU у нас pre-flight completed. Ну, не pre-flight. У нас final... Cockpit Preparation, вся процедура называется. Продолжаем ее дальше выполнять. Так, Final Cockpit Preparation. Убеждаемся теперь. Смотрим, что стояночный тормоз включен у нас. Так, здесь. Смотрим системы. Акупресс у нас 3000 PSI. Так, checked. Включено. А, кстати, я погодный радар же хотел протестировать тогда и забыл. Давайте его протестируем. Сейчас. Terrain протестировал, а погодный радар нифига не протестировал. Вот так вот. Понял, здорово. Ну что, завидую вам белой завистью. Хороших полетов. Саня, приветствую. Ну, полетела птичка, не говори. Так. Все, здесь протестировали. Переходим сюда. Я говорю, посмотрели. Смотрим. Fuel quantity. Убеждаемся, что по 1410 в каждом баке дисбаланса у нас нету. Здесь смотрим fuel on board 2850. Правильно. Так, fuel used. Обнуляем. Здесь вот так вот на performance делаем. Так, fuel used reset. Давление еще раз убеждаемся. 10-17. Тань, поздравляю с выздоровлением. Не болей больше. Так, все, теперь переходим сюда, тоже у второго 10-17, pressurizations checked, еще раз проверяем и смотрим, что power management take-off стоит. Все, вроде бы отлично, final cockpit preparations procedure completed у нас, давайте открываем дверь. Вот, и можно брифинг почитать и пока загрузить пассажиров. Ой-ой-ой, 100 FPS. Ну чё, круто очень. Давайте попробуем загрузкой JSX заняться. Так, request boarding. Нет, звука двигателя нет, Олега, для антуража. Пока двигатель не запущен, у нас выключен. Да, днем здесь тихие звуки, не слышно. Давайте крю, пусть заходят. Так, я хочу посмотреть, будут они нормально заходить. Нет, у нас сейчас подъедет. И будем процедуру, ой, говорю, процедуру, говорю, брифинг небольшой проведем.
А то они у него взлетают вверх, бывает. Причем это непонятно из-за чего. Я начинаю догадываться, может быть из-за загрузки, конечно, что изначально нужно прогрузить, ползунки подвигать. Вон, смотрите, Джейсы к тетке поверх выглядывают. На сиденье залазит. Интересные тетки. О, наконец, нормально пошли, видите? Вот, вроде заходят, не взлетают они вверх. Так, ну все. Так, голова торчит. Так, давайте небольшой брифинг прочтем. Итак, внимание, экипаж. Сегодня выполняем полет по маршруту Сочи-Ростов. Запасной у нас Краснодар. Время в пути составит 1 час 10 минут. Планируем самолет на АТР-72-600. Натамы изучены. Вот, фактические погодные условия соответствуют принятому решению минимума экипажа. Сейчас фактические погодные условия. У нас в Сочи ветер штиль. Видимость больше 10 тысяч, облачность отдельно разбросанная кучево-дождевая на 5 тысяч, сплошная на сотом эшелоне, температура 17 градусов, точка росы 12, давление 10-17 кН. Ожидаем 24-ю полосу для вылета. Стоим мы, давайте, на стоянке 22, вот так вот сделаем. Вот она, крайняя стоянка. Выталкиваться будем на майк. Да, запускаемся на майк и рулим по майк на предварительный. Взлетать будем от кила. Вот здесь вот. Так, интерсекшн от кила у нас. Взлетный курс 238. Транзишн с 13 тысяч у нас. Процедуру уменьшения шума не будем делать. На 1000 от above ground level включаем... и набираем, разгоняемся. Так, Иван, скажу так, если честно, зря. Понятно. Серега, приветствую. Да, тетка как-то катапультировалась. Так, и выход по схеме у нас. Аднет 1 Сьерра. Мы сразу поворачиваем, набираем... не ниже 700 футов и поворачиваем вправо на курс 300 на точку Абдес. И с точки Абдес у нас на точку Аскет и далее на точку Абуни и на Аднет. Имеем констрейны. Давайте сейчас посмотрим быстренько. Эти констрейны проверим. Да, вот видите, 600. Не ниже набираем. Дальше на Нидеп. На Нидеп у нас нету. Так, а чем мы? Мы же какой Нидеп? Мы же на Аднет 1 Сьерра. А у нас Нидеп. Сейчас посмотрим. А, Танго. А, понятно. Давайте с 1 Сьерра поставим. Вот видите, как хорошо читать. Так, confirm, execute. Сейчас посмотрим, все, разрывов нет, нигде нет. Да, вот видим 700, набираем и точку на Аднес уходим. Дальше с нее на точку... Так, Абуни. А, ну вот он сразу, 140-й эшелон. Все, эбаф есть. Так, и дальше на точке Аднет. На точке Аднет эбаф 15 тысяч. Все, все верно, констрейны правильно. Выставленный погодный радар будем включать. Terrain ND тоже будем включать. Air Conditions у нас будет on при вылете. Включенный anti-ice будет off при входе в облачность. Будем включать. Так, ну вот так вроде все. По normal поговорили. Давайте поговорим по abnormal. Тем более аэропорт непростой случай на самом деле. При случае отказа... Давайте сначала до 70 узлов в случае любого индикации мы будем взлет прекращать, да, звуковой, световой. После 70 до V1 только в случае пожара двигателя либо отказа двигателя будем взлет прекращать. После V1 при этих же условиях будем взлет продолжать. Вот, чтобы нам вернуться, планируем на 0.2 вернуться, ILS Zulu.
Сделаем заход, забили. У нас в альтернат, в секондари флайт-плане, вернее. Так, давайте поставим здесь курс сразу на всякий случай. Сейчас. Вот таким образом сделаем. Так. Поставим 22-й курс. Приветствую, приветствую, Юфоч. Вот так, наверное, надеюсь, правильно произнес. Так. Вон он наш, блин, не видно здесь нифига на дисплее. Так, давайте уберем. 22-й курс поставим на посадку. Вот так вот. Так, и в стендбай. В навигационном приемнике забьем ILS на заход. Да, в Атиме полетим. 110.5. Вот таким вот образом. Здесь 110.5. Вот тут поставим. Так, 110.5. В Атиме полетим. Хорошо, без проблем. Давайте так. А здесь вор-маяк в объем. 112.7. Все, отлично. Так, а вот теперь нам минимум нужно посмотреть сразу, обговорить на случай возврата, потому что при уходе на второй, если... Я на 22-й стоянке стою. При уходе на второй круг, здесь climb градиент, давайте посмотрим. Температура у нас 17 градусов. Масса будет... сейчас глянем. Ожидаем мы массу... 21,5. Давайте я вот так вот сейчас чу вам, чтобы вы видели. Тоже и посмотрим. Так, температура у нас 17 градусов. Это вот здесь вот где-то идем до пересечения. Elevations у нас почти что 0. Так, и вот теперь отсюда. Сейчас еще раз. Вот так вот. Раз, по дуге. И теперь вот, ну, до нашей массы 21,5. Так, снижаемся. Вот она, 21,5. Вниз опускаем. Ну, где-то примерно 4 градуса клайм-градиент наш с этой массой, с нашей. И погодными условиями. Поэтому мы можем выбрать здесь мист апроч. Будем, я не знаю, сразу преселектируем. Давайте сразу преселектируем. Ну, вот для стандартно, для 3 градусов. Категория B у нас 874 будет. МДА поставим. Давайте так вот переключим сейчас сразу здесь. Так, 874. И здесь поставим. 874 накрутим. Вот так, 880, 874 не можем. 880 установили. Так, все, здесь возвращаем. BFMA. Так, масштаб изменю. Ну вот, по поводу возврата, давайте, говорю, поговорим. Если что, мы в сторону моря вылетаем. Ну, посмотрим, минимально безопасные высоты здесь. 12800 нужно набрать. Ну, я думаю, не надо нам в сторону моря набирать 12800. Вот, 2000 наберем спокойно и зайдем обратно. До входа в глиссаду. По высоте, да, MSA, помню, 12800 в сторону гор, когда, если нормально будем лететь. Вот, преселектировали навигационные средства все. Ну, вроде вот так вот все понятно. При уходе на второй круг, если вдруг нам придется... уйти. Помним, что скорость у нас максимальная 190, ограничение есть. Но у нас он и так при уходе 170 максимум будет разгоняться потом. Так, и мы уходим на питоп. Все это с набором не минимум 6000 футов. С питопа уже будем еще раз очередной заход строить. Ну, как-то так вот. 24-е на взлет. Так, все, чемоданы осталось. Или еще... пассажиров.
прикинет. Так, брифинг у нас completed, давайте чек-лист. Cockpit preparations, чек-лист. Final cockpit preparations. Parking brakes у нас on. Pressure checked. Altimeters, KNH 1.0.17 set. Cross-check. Так, landing elevation set. Да, мы посмотрели в бинах. Так, здесь он не ставится, у нас новое. FMS.com на set и fuel quantity on board. У нас получается 2815 килограмм on board. Engine fuel usage reset по нулям. Видим, memo panel checked, вот он, проверяем. Так, power management takeoff и probe brake у нас off. Так, final cockpit preparations, checklist completed. Так, все, выполнили, ждем теперь пассажиров, загрузочную ведомость и можно начинать. Хотя можно, да, старт hotel mode, пока пассажиры садятся. Давайте старт hotel mode сделаем, чтобы наземное питание уже отсоединить. Итак, проверяем, что у нас service doors закрыто. Включаем насос правый, правого двигателя. Так, Wings Lights включаем и стартер. Положение A. Давайте будем запускать. Стартер on. Так, на сотке fuel flow. Блин, опять этот реалистик выключить. Хорошо. Так. 45, стартер off. Pressure rise. У нас EGT rise. Так, максимум у нас 500. Так, 515. 158 set. Так, NP stabilized. И давайте его брейк сразу затормозим. Хотя нужно было без пропеллера вращения, я забыл пропеллер-то поставить. Он, да, смотрим, у нас пробрейк он. Отлично, все, отрубились. Так, все, запуск есть, теперь можно отрубать. External power. Оп, убеждаемся на страничке. Тут 180 эшелон. Так, убеждаемся, что у нас BTC сработал, bus tie connector. Да, в closed, закрытый, перекинул. Так, земля, можно оценить наземное питание. Давайте оценим наземное питание сразу. Вот таким вот образом. Так, все, переходим сюда. Здесь стартер off. Выключаем. Убеждаемся, что на air conditions у нас второй пак работает. И X valve open открыт. Он автоматически открывается и меняет магистрали. Убеждаемся. Да, видим, что пак открытый. И вот он, X-fit совмещен. Отлично. Так, все, ждем пока загрузки. А, все вроде, да? Загрузили. Отъехал. Ну все, пассажиров тоже нету, ничего нету. Давайте будем считать, что закрываем двери. Загрузочную ведомость нам сейчас подадут. Чокс пока оставим. Вот через это окошечко, через документы. Давайте внесем правильную загрузку. Подкорректируем. Payload у нас 5320. Ой, зачем сюда-то? Ну, здорово. Так, payload 5320. Вот так вот, 5333. И давайте посчитаем. Zero fuel weight 13000 плюс 5333, получается у нас 18, будет 343. Давайте внесем.
Так, 18 343. Так, все, вот таким вот образом. Гроссвей 21 198. Так, и поехали, выполняем before propeller rotations. Центровку сейчас выставляем, так, скорости подтверждаем на страничке performance. Раз, снесли. Так, 110 110 113. Так, условия у нас нормальные, icing conditions нам не нужен. Confirm подтверждаем. Устанавливаем положение триммера. Так, 1-1, все, отлично. Так, так, все. Здесь проверяем двери у нас. Закрываем. Здесь проверяем двери на табло. Закрыто. Все, чек. Все, сейчас секунду, я рейс забронирую и полетим. На верте, то забуду. Так. Так, все, отлично. Проверили, что дверь у нас закрыта. Все подсоединим, давайте колодки убираем, будем считать, что нам, сейчас, кстати, диспетчер посмотрим, нету, нет, никого нет. Колодки убираем, включаем бейкон, маяк, так, ну и все, запрашиваем. Земля, буксировку и запуск разрешили на майк. Так, доложим сейчас. Сочи трафик UTR-005 on stand 22, pushback and startup on mic. Так, все сказали. Давайте его GSX-ом не будем, наверное, пользоваться. Вот этим пушбекером. Вытолкнемся. Так, здесь пока request, а мы читаем чек-лист. Before propeller rotation checklist. Tail prop у нас on board. Doors проверяем closed. Doors двери вот здесь еще проверяем. На air conditions видим, что вот зелененький. Вот они, lock. Close. Так, FMS takeoff data confirm. Убеждаемся, что... Check. Cockpit doors lock systems on. Включено, так, здесь deny, двери, отлично, так, seat belts, проверяем, on, тормоза, какие тормоза, видим, что вот здесь вот seat belts on, так, и bacon on у нас включен, before propeller rotations, checklist complete, так, все, готовы мы, давайте убираем. Park Brake Release и вот, кстати, No Switch Steering, блин, нужно разблокировать, вот так, все, и чек-лист на него есть, Pushback, давайте, No Switch Steering Off и Parking Brake Release, все, поехали, еще рано стояночный убирать. Так, ну вот теперь давайте запускаемся, хотя они вроде как запускают, когда отбуксируется, чтобы никого там винтами не посекло.
Ну, я выталкиваюсь. Дору, быстро вы готовитесь. Да, и реверсом выталкивается на АТР. Ну, когда нету наземных служб. Он для этого предназначен. Park Brake Set. Так, отлично, все. Давайте здесь уберем. И поехали. Включаем. Сейчас я посмотрю. Сейчас, секунду, ребят. Так, ну что, left side clear, right side clear. Убеждаемся, что там никого нет. И поехали. Включаем. Pro Brake Off. Смотрим, у нас rotations. Так, NP у нас стабилизит. Стабилизировались. И переключаем в авто. Смотрим single channel. Погас. Low pitch. Так, отлично. После запуска двигателя подрубаем трубки ПИТО. Все, так, переходим сюда. Антискид тестируем. Есть, так, мастер каушен сбрасываем. И флап свифтинг. Устанавливаем закрылки 15. Убеждаемся, что они сейчас выйдут. Зелененьким загорится. Так, отлично. Все, есть. Давайте теперь запуск второго. Ну, запуск первого двигателя. Переходим сюда. Здесь включаем стартер A. Нажимаем стартер. Стартер он. Ждем 10% NH. Подаем. Fuel on. Ждем, пока будет 55. Стартер отключится. NH 55. Стартер off. EGT rise. У нас oil pressure rise. Так, все, обороты стабилизировались. Нормально, подрубаем Conditions Lever Alta. Смотрим Single Channel. Ждем здесь Low Pitch. Обороты винта увеличиваются. Хорошо, спасибо. Хорошо, понял. Сейчас уже быстро подготовимся. Так, все. Вроде все ништяк пока. Так, теперь поехали дальше. Проверяем здесь процедуру после запуска. Убеждаемся обязательно, что здесь закрыто. Компартмент наш закрываем. Хатч. Так, все есть. Здесь теперь устанавливаем на MCP. Наш, так, здесь убеждаемся, что здесь FM1, здесь FM2. Так, alt у нас altitude 18, эшелон, вернее, 180. Так, здесь CPL с нашей стороны. Heading накручиваем 238 для взлета. Так, и сейчас заармируем режимы. Приветствую, Amstel. Так. 238. Вот так вот установили. Так, здесь давайте heading, select и navigation заармируем. А здесь IAS и вина. Так, все, вроде бы. Вроде все. Делали, давайте чек-лист прочтем. Before taxi checklist. Да, вот, кстати, clear нужно здесь нажать. Забываю, тоже как recall сделать. И давайте уберем вообще всю индикацию. Здесь не нужно.
Так, flight warning systems у нас recall, prop break off, выключен cockpit comp, hatch, compartment hatch closed, no switch steering у нас on, включен conditions, levers 1 and 2 auto, anti-icing off, anti-skid test мы тестировали, и flaps, flaps 15 set. Before taxi checklist complete. Так, все, поехали сейчас. Сочи трафик UTR 005, фон такси via Mike. Full short runway 2 via Kilo. Так, я на prepare 3D понял. Так, park brake release, убираем. Brakes check, проверяем тормоза, emergency, проверяем. Отлично. Так, все, теперь включаем такси. Logo lights на минуту. И поехали. Так, здесь проверяем, инструмент чек проходит у них на рулении. Смотрим, вся индикация у нас вроде ништяк. Правильная везде. Так. Второго давайте поставим тоже. Так, FMA читаем. Heading select green, LNAV blue, EAS green, VNAV EAS blue. Так, и takeoff config тест делаем. Да, вот, кстати, takeoff config неправильно. Было правильно, поправили. Он без этого делается. Вот видим, takeoff config тест ok. Без gust lock. Так, ну чё? Чё он остановил? То сам катился, то он... Поехали, потихоньку. В нём-то вся и фишка, что они имитируют take-off power. Руды, а именно про gust lock написано... Именно что рассинхрон, если в спойлерах, положение спойлеров на крыше. На 61 минуте тронулись. Понял, Серега. Ну так она и есть. У меня время в полете. Ой, время вылета. Если мы посмотрим, 12.00 по UTC. Все правильно, сейчас без 6 минут, чуть даже... Так, ну что, такси? Давайте чек-лист. Поехали, такси, take-off lights on, brakes checked, у нас FFGC, FMA checked, то есть панель автопилот называется, flight guidance control panel. FMA мы прочли. Take-off config test и take-off briefing complete. Taxi checklist complete. Да, нормально, так же, как в реальности. Я всегда примерно час. Хорошо выталкиваюсь. Если не рассказывать, конечно, это быстрее все. Можно за полчаса уложиться. О, Виталя, салют. Куда пропал опять? Да, в Ростов папу летим.
Одесса мама, Ростов папа. Понятно. Давай, давай, хорошего полета. Так, кстати, здесь убираем. Нишин, то я что-то не убрал. Ага, спасибо. Понятно. Так, проверяем. Давайте газлок убираем. Проверяем поверхности. Смотрим обязательно, что спойлер у нас отклоняется. Так, есть все. Конечно, интервал нужен. Я сейчас как раз влечу, пока доедете. Все. Так, здесь давайте не скорости, а плайт-план поставлю. Так, а здесь давайте ткас. Альтоп снимаем он. А здесь та онли. Поехали. Что, опять? Ответчик я же 2000 ставил. Давайте здесь его поставим. Он опять 7000 не установился. Все, поехали, занимаем. Сочи трафик UTR-005, планинг ап runway 24 and taking off. Здесь давайте выключим. Так, left side clear, right side clear. Подсветку, наверное, надо выкрутить маленько. Погодный радар включим. Так, давайте вот так вот сделаем сейчас. Все, отлично, поехали, чек-лист зачитываем. Before take-off чек-лист. Aircraft performance monitoring set. Bleed valves on. У нас airflows normal. Flight gust lock release. Flight control check. Transporter TCAS check. Exterior lights on и flight bar center и radar cam center. Flight attendant notify. Before take-off checklist complete. Так, ну что, поехали. Так, включим. Take-off.
Take off power set. Turn tick knots, check. V1, go, rotate. Positive line, get up. LNAV green, NAV ES green. Так, 600 футов набираем и потом уходим. Минимум. Вот 700 там, блин, не 600, 700, поехали. Так, на 1000. Climb. Убеждаемся, что NP82. Разгоняемся, убираем механизацию. А, это вот опять сейчас переключим. Косяк есть все-таки, не убрали они его. В X надо будет переключить и обратно. Так, лапсап, спичек, лапсап. Андрей Соболев, привет. Speed 170 Magenta. Сочи трафик UTR 005 after departure via Adnet 1 Sierra Climic Light Level 180. Так, и нужно после взлета было сразу такси убирать. После того, как шасси убрали, они также. Так, я Абданфер, он включаем. Он тоже, кстати, после шасси, сразу после взлета, как только шасси убираем, я Абданфер подрубаю. Так, ну что, давайте. Автопайлот. Он. Изменчив, приветствую. Куда-то его клонит. Я вроде автопилот подрубили, ровно на директорах. Так, и здесь теперь давайте сейчас вот уберу этот пулап, чтобы не орал, не горел. Вот так вот переключим. Так, а здесь террейн оставим. Да, обновил. Уже вчера слетал на новой версии. Так, heading подгоним. Heading adjust. Красиво. Так, ну чё, автотейков чек-лист давайте зачтём, не будем мы дождаться, пока на давление перейдём на стандартное. Давайте, автотейков чек-лист, landing gear up, ждаемся, flaps, retract. Смотрю, планшетом не пользуйтесь, можно без него. А каким планшетом не пользуюсь? Power management, NP. Climb check, проверили, да, что 82. Bleed valves on, у нас taxi takeoff lights off, выключен, и altimeters, altimeter screen H1017 set, и seatbelts on. А что им пользоваться? Ну, я понимаю, так
пользуемся, почему не пользуемся? Только maintenance мне нужно, обслуживание. Тут функций-то в нем практически нету. Не доделано. Payload еще не сделано. Поэтому что тут? Пока не, там нечем сильно пользоваться. Красота. Хотят облачно антиайс будем включать. Да, рабочий, нормальный самолет. Летаю. Есть косяки, ну не страшно. Мне нравится так. Тап у нас как раз 10 градусов, тап 5. Не знаю, мне вкатил самолетик, зашел. Интересный. Современная авионика. Не, визуально не наблюдаю пока. Не вижу. Облака мешают. Не наблюдаю пока. Нет, еще на поворачиваю только. Только сейчас будем на Аднет поворачивать следовать. И то через одну точку. Так, подходим к эшелону сотому. А, вот этот вот режим ночь, вот, он держит обороты. Вот здесь вот они, кстати, не отмечены. Вот здесь вот должно желтый треугольничек быть, но я думаю, доделает. Вот торг. Это как раз, который высчитывает нас Electronic Engine Control. Вся система, вот это ПЭК, пропеллер, электронный контрол. И вот ночь держит, как раз должен в пределах вот этого бага держать. Здесь пока индикации этой нет, ну, примерно он так и держит. Крутящий момент, который он вычислил. Так, adjust heading. Вот мы только через одну точку, потом следующая. На Абуни идем, а с точки Абуни вот на Аднет. Так, Flight Level 100. Давайте поехали. Pressurizations посмотрим. Да, Дельта Пи у нас около 4. И высота, видим, что вся система в Ultra. Cabin Altitude 1400. Вертикально не больше 400 футов. Cabin Altitude. Хорошо, не будем трясти. Так, давайте seatbelts off выключим. А, облачность, так скажем, прошли нормально, антиайс даже не надо будет включать.
Сейчас скоро транзишн будет, подойдем. Approaching transitions. Да, кстати, ну-ка вот посмотреть. Вот так отключим синхронизированно, чтобы у каждого переводить. А то при синхронизации давление на стандартное поставишь, потом со стандартного не снимается. Сфера 340, приветствую. Ну, да, нормально, понравился. Ну, я изучаю его, интересно, почитать, поизучать. Изучим, полетаем. Потом на другой перейдем, на какой-нибудь. Так интересно его системы поизучать, процедуры посмотреть. Да нет, здесь, наверное, уже не увидим. Береговую линию вообще слабенько видно. Так, ну что, подходим. Transition altitude. Давайте set standard. Поставим вот так. Standard set cross-check. Passing. Flight level 130 set. 1000 now. Вот так вот скажем. Да, я, кстати, посмотрел и в ком вчера почитал внимательно. Надо попробовать сегодня режим VNAV на снижении. Он может снижаться, но Магнар, вот как смотрю на видео его роликами, они не пользуются им. Они с помощью Vertical Speed начинают, а потом профиль догоняет. Это, скажем, Normal называется, упрощенный. Есть снижение. Если в Винаве у него в режим снижаться. У него оно интересно, там 5 минут до Top of Descent расценивают, а не точку. Победа Аэро, привет, спасибо. Так, идем, да. Вот, если сейчас переключу. Вот, смотрите, видите, видите. Descent initiates in VNAV mode. Вот, с помощью Vertical Speed подгоняем. Вот, а потом переходим в VNAV. И есть еще, вот, смотрите, если Descent, то есть Before, до... Top of Descent 5 минут. Это, думаю, минут сокращенно. Не знаю, либо на мили не похоже. Если там if descent between между вот этим и Top of Descent, то есть близко уже подлетели, то Alt Cell скручиваем и нажимаем VNAV Push Button. То есть, несмотря на то, что он все равно должен, несмотря на то, что мы не достигли Top of Descent, то есть он будет все равно пересчитает вертикальный профиль и активирует, получается. Надо вот это тут попробовать, вот такую сделать штуку сегодня. Вот это я так всегда снижаюсь.
А теперь нужно вот так попробовать. Будет оно правильно, не будет правильно. Сто восьмидесятый эшелон. Нет, после Аднет на точку Новембер Зулу. Да, пока вот не вижу. Да, сопровождающие. Вылетели. Так, что, Terrain пока выключим, включим. VX. 72 человека. Понятно. Так. Давайте вот так. Здесь VX поставим. Красиво. Вот самое то, летать на такой АТР-ке медленно. Землю можно поразглядывать. Надо на Дальний Восток, наверное, перегнать. Так, 72 человека, я ответил. Да, как раз вместимость. Так, 1000 левелов. Подходим мы к эшелону. Да, зайцев везем. Да, Серега, надо пригнать к тебе. Ну да. Не один полет, несколько дней надо будет перелетать. Да, даже и без лайков возим. Альтстар. Здесь так же, как в Аэрбасе. Видите, все философия такая же и озвучивается. Только в Аэрбасе грин не говорят, а здесь, смотрю, нужно грин говорить еще. Грин и блю. Так, альт. Может их как-нибудь полетим на 737. Сейчас налетаемся. Speed 245 Magenta. Так, все, мы заняли и поехали здесь в круиз. Убеждаемся, что NP-82. Во-во, это будет быстрее. Так, здесь в Below включим. Тикас, и давайте посмотрим наши системы, что показывают нам. А, вот у нас клапан автоматически за бортом работает, выкидывает. Его управление находится, вот оно, вот здесь вот. Avionics Ventilizations. Но если я сейчас что-нибудь нажму, мы его не откроем и не закроем. Пока что Air Conditions так сделано, нарочно. Так, здесь убеждаемся, что у нас Pressurization Delta P не более 6. Вся система у нас в Alto находится. Cabin Altitude 3,5. Так, ну вот,
вроде и ништяк, электрик, смотрим, чек. Все. И давайте круиз чек-лист прочтем. Круиз спид у нас 2 по 5 set. Хотя, наверное, нужно установить ту, которую по монограммам они держат, под эшелон подходящий. Вот, Power Management в круиз. У нас Standby Altimeter Set. Ну, он хотя 10-17 у него. Да, смотрите, а мы его не можем никак открутить. Он синхронизируется-то синхронизируется. А он никак ни в какую не хочет крутиться. О, вот так, на стандартное. О, стандартно работает, все. Так, pressurization check и TCAS у нас below. Cruise checklist complete. Так, adjust heading, подгоним. Да, можно будет там полетать тоже. Надо будет Японию устанавливать. А то я не скачивал Японию в этом майке. Нужно будет поставить. Так, что там у нас осталось? 147 миль. Дмитрий, приветствую. Да как от него устал? Я его еще не изучил нормально, чтобы от него устать. Красота все-таки в майке, блин, как земля сделана классно. Ну, кстати, X-Plane 12 тоже подтягивает ништяк. Не так давно загружался, посмотрел. Вроде так ничего себе. Надо скоро тоже в X-Plane начать летать. Контроля нет, нету никакого, никто не пришел. Ну ладно. Так, сейчас как раз начало часа, ну, уже 25 минут, можно погоду, в принципе, глянуть. Ну да, пока еще рано. Я думаю, через концу лета, может быть, нормально уже будет. Наверное, где-то выбирается аватарка второго пилота. Вроде как есть. Включать. Я, честно, не разбирался, Дима. Да, Серега, я уже сегодня сделал это. Прочитал на форуме. Да, я его обновил, зашел. Да, спасибо, ребята. Вот, прочтите. Сергей скинул. У кого есть X-Plane 12 и Active Sky, скачайте последнюю версию. Зайдите под своими данными, чтобы у вас потом покупать не пришлось, осталась эта версия. Так, сейчас у нас получается в Платове ветер 330, 3 метра в секунду, переменный с 280 до 10,
меняется. Видимость более 10 тысяч, облачность незначительно рассеянная, температура 20 градусов, точка росы 3 градуса, давление 10,21. 0,5 полоса в работе, но мы вроде так и планировали на 0,5. Или на 23 я планировал, что-то не помню. Да, мы на 23 планировали, а тут 0,5. Ну, будем перебивать, значит, сейчас. Так, ну что, давайте начнем Decent Preparations выполнять. Сейчас я открою вот здесь вот чарт. Здесь давайте удалим. Многие нам не нужны. Теперь. Чтоб картинки меньше были. Так, а здесь у нас вот, вот так вот нужно. Будет и для 0,5. Да, вываливает. Вот он. Вот так вот он выходит. И вот здесь вот его подсветка. Ну, что-то она яркость не поменяла. Ну, ночь, наверное, подсвечивает. Сделано. Да не, прикольный самолет. Много чего сделано. Допилят, я думаю, будет вообще ништяк. Лишь бы не бросали. Трудов много сделано, понимаю. Так, давайте перебиваем наш план полета. А именно схему захода. Так. Терн. Вот так вот. Вот таким вот образом. Так, будет. Да, вчера, кстати, Эрнаутский заход сделали. Ну ничего, может он его делать. 0,5 будет. Через, получается, Амепу 2 виски. Так, и через Ромео Папа 339. Понятно. Будем знакомы, Илья. Так. Здесь удаляем. Confirm. Execute. Давайте быстро глянем, что у нас тут получилось. Да, вот как раз для 0. Да, вот он, наш заход. Понял, Илья, хорошо. А, прикольно. Надо тоже как-нибудь подсесть на легкомоторную авиацию. Хотя она уже не считает, что легкомоторная. Не летает тоже сейчас ништяк. Так. Ну все, вроде бы с планом нормально. Разобрались. Давайте в secondary flight plan я сейчас зайду. Так, new flight plan. Copy active сделаем на случай потери. Вот так. Так, теперь в прогресс заходим. Так, здесь она не нужно смотреть. РНП. Сейчас глянем. Ну, 0,1, наверное, да, поставим. На одну милю. Потому что он требует РНАФ-1, да. РНАФ-1, одна миля. Так, дальше здесь прогресс.
нам не нужно. Так, перформанс, заходим сюда. Проверяем. Да, здесь альтернат и ветер поставим. Ну, давайте побьем ERKK. И ветер вобьем. А, у него, кстати, фактически здесь смотрит ветер, понятно. Здесь не вбивает. Он просто посмотреть, какой ветер. Можно. Хотя вроде должно здесь вбивать. Так, на approach. Transitions. Смотрим. Transitions, transitions у нас. Давайте вот глянем. 5.0, так, и 6.0, если давление меньше, чем 996. Давление не меньше, поэтому 5.0. Давление сейчас там будет 10.20. 10.21 гектопаскаля. 10.21 устанавливаем. Так, ветер вбиваем. Ветер у нас с направлением 330, 3 метра в секунду. Узлов и порывы 0. Так, вот он у нас рассчитался, VApproach 109 будет. Так, дальше здесь тейков, круиз и approach. Все отлично. Перпенит здесь нам не нужно. Смотрим elevations, превышение мы смотрели. Да, здесь у нас Runway 178, аэродрома 281, 226. Нормально, все вроде отлично, позволяет. Так, все, с ФМС-кой вроде все, мы разобрались. Ничего нам не нужно, альтернативный заход, я думаю, нет, не будем. Минимум у нас 372. Давайте минимум 372 поставим. Где тут у него? Так, это 380 будет. Вот таким образом. Так, все. Здесь вроде все правильно. Так, курсы теперь. Давайте теперь с курсами разберемся. С посадочными. 0.46. И ILS 111.5. Давайте подкрутим как раз. Так, 0.46 есть. Здесь убираем. Здесь ILS. Так, накручиваем. Что так вот сделаем тоже. Индикацию. Так, 46, все, отлично. Выбираем FM2 пока. Так, и ILS, частоту вбиваем. Подготавливаем 111.5. Ой, зачем я FMS-ки-то набираю? Так, 111.5 есть и вормаяк теперь. Блин, тут нету. Вормаяк не пока. Не видно на этих чартах. Давайте здесь посмотрим. На компе глянем. Так, а здесь 117.0. Хотя вроде по этому по натамам не работает. О, DC-6 офигенный аппарат. Я, кстати, все собираюсь тоже на нем как-нибудь полетать. Тоже поизучать его более детально. Хороший достаточно аппарат. Тоже интересный. Так, привод. Привод здесь. Ну-ка посмотрим. Нет, приводов нету здесь, поэтому все так и оставляю.
Здорово, Серега. Очень интересная пара. Так, все, здесь на перформанс 69 миль осталось. Давайте брифинг прочтем небольшой. Так, внимание, экипаж. Проводим предпосадочную подготовку. Брифинг. Аэропорт назначения у нас Платов. Запасной у нас Краснодар, Пашка. Погодные условия, фактически ветер направлением 333 метра в секунду, перемены с 280 до 10 меняется, видимость больше 10 тысяч, облачность незначительно рассеянная, 20 градусов, температура, точка рассыпания 3 градуса, давление 10,21 гектопаскаля и 0,5 полоса в работе, ожидаем. Да, я тоже говорю, мне сложный. Он, наверное, просто много чего там потыкать нужно. Вот и бояться может. Так, ожидаемые 0,5 полосу. Подготовились. Выход будем. Заход по схеме будем. Давайте, кстати, констрейны еще. Вот я что хотел поглядеть-то. После плана полета. Констрейны нам нужно посмотреть. Со захода. Так, Амепу, Initial Approach X на Ромео Папа 339. Пайлота Фарбас, приветствую, спасибо большое. Когда у вас стрим будет? Так, видим, что Эбаф 3400. Что-то давно не было стримов. Здесь есть. Так, и теперь 0,5 полосы. У нас вход Глиссада 1300. На РП 39 2300 должны быть. Вот он, 2300 и баф. Отлично, все есть. И на конечном участке 1400 есть. Ну да, меньше, конечно, расходует. Понял. Зайду на стрим, обязательно посмотрю. Иногда не успеваю в онлайн, но смотрю всегда. Да, вот, ребят, тоже рекомендую канал Pilot of Airbus. Это реальный пилот Airbus, командир воздушного судна. Есть такой же канал, также называется на YouTube. Рекомендую. Канал, и также вот Роман был... Тоже КВС Ан-26, нет, второй пилот Ан-26, у него тоже свой канал есть, я на него подписан. Можете посмотреть у меня в подписчиках, в эти подписки в YouTube. А, он КВСом стал, Рома? Не знал, я думал, он вторым пилотом, тогда все, сорян, прощения, КВС. Так, все, здесь посмотрели мы. Итак, заход АЛС будем осуществлять на 0,5 полосу, курсом 0,46, частота у нас 111,5. Констрейны проверены, изучены у нас, выставлены. Так, Initial Approach Fix у нас, только скажу, да, но Ромео 239, там должны мы не менее 3400 быть. Не-не, это... не из канала Crown Airlines, там другой пилот был Аэрофлота. Так, минимум у нас 372 установленным, где у нас 380 установленным. Так, ну что еще, навигационные средства Вормаяк установлен 117.0. Вот, кстати, вот привод есть, давайте при уходе на второй круг 486 поставим вот здесь вот так вот. Вот таким образом. Так, 486 есть. Так, МСА у нас 2200 в нашем секторе. И Transitions Level 5.0 будет. Закрылки 30 будем заходить. И Reapproach у нас будет. Так, сейчас посмотрим.
Биопроуч при нормал у нас 109 будет. Понятно, на заходе. Только сейчас перформанс гляну. Да, 109, правильно, здесь все то же самое. Так, вроде отлично. Так, ну вот вкратце и все, в принципе, по уходу на второй круг. Давайте поговорим по посадочным курсам 0.46. Продолжаем до удаления до точки РП-304. Да, и затем влево на НДБ, на красный Сталин. С набором 2300. Да, на 100 футов больше, чем МСА. Так, ну вот все, в принципе, вот... Понятно? Ничего больше не надо. Да вроде не надо. Так, adjust heading подгоним. Так, что нам до top of descent осталось? 41 миля, нормально. Да, после посадки будем освобождать, получается, направо. Сейчас вот мне сразу в голове представить все это. Обговорю сам для себя. Да, на 0.5, направо. Ну, я думаю, на Альфа-4 мы свернем, а вот стоянки какие там есть. Маленькие, нам же маленькая нужна какая-нибудь стоянка. Так, а я даже тут не знаю, нужно смотреть будет. Ну вот они, наверное, вот какие-нибудь, может, встанем здесь. Да, любую, вот с Альфа-4 повернем. Может, какую-нибудь 35-ю, 34-ю, либо здесь, либо в эту сторону. Посмотрим, глянем. Может, напротив терминала, поближе, на какую-нибудь на 30-ю стоянку зарулим. Так, 42 минуты мы как... В полете. О, поля Краснодарского края. Так, ну что, чек-лист давайте прочтем, чтобы спокойным быть, и будем дальше сидеть. Давайте здесь сейчас recall сделаю. Видим, что у нас ничего нету, а этот procedure меню я удалю, чтобы не было. Так, warning systems. У нас recall check, проверили мы. Landing elevations. Да, здесь я их два. Landing Elevations здесь, да, вот, проверяем, что Alta, и здесь посмотрим, VNAV, чек посмотрели, FMS NAV Performance Set and Check установлено, какая высота, скорость, эшелон 180, приборная скорость 211, True Airspeed, истинная скорость 277 узлов. Так, установили MDA. У нас MDA 318 set и arrival briefing complete. Descent checklist complete. Есть большая вероятность, что он появится, но только для эксплейна 12-го. В 11-м уже не будет. Да, в Иксе Дашка неплохая есть. От FlyGSIM. Так, ну что, попробуем, да, сегодня, сейчас.
Винак использует без Vertical Speed. Не, вас, к сожалению, не вижу. Вот еще раз повторюсь. Вот такой сегодня попробуем. Вот так вот я обычно снижаюсь. Скручиваем Vertical Speed. Да, потом и подгоняем. Потом только винап перехватываем. Да, сейчас попробуем. Это нужно нам быть, если descent, between между top of descent и 5-минутной, грубо говоря, да, на 10 минут здесь, если я понимаю. И между Top of Descent. Короче, близко к нему. Скручиваем альцел на клир, на разрешенную высоту. Нажимаем вина в push button press. Bomb Hunter, приветствую. Нет, не наказан. Просто ему некогда. Рома, приветствую. И он должен, несмотря на то, что мы не догнали Top of Descent, он должен пересчитать нам, грубо говоря, наш профиль вертикальный. Должны пойти снижаться. Вот это хочу посмотреть, как сделано. Вместе с вами будем проверять. А смотрите, поля как прикольно. Из кабины выбросило. А он шутит же, конечно, конечно. Так. Десять миль осталось. Да, сейчас чуть поближе. Михаил Баженов, приветствую. Спасибо. Курить за штурвалом. Так, 48 минут. Ну, час 10, я говорю, будем. Максимально. Не, красиво все-таки, блин, смотрите в майке, да, как поля сделано, тут прикольно. И нету повторяющейся какой-то схематичности. Красиво здесь. Возле Ростова. Иван Иванов, приветствую. Да нет, нормально пока, немного багов. Да, мы прям, можно и закурить. Причем ни я не мог, ни он не мог штурвал на себя. Так, ну что, подходим, 4 мили у нас осталось. Давайте попробуем. Да, у нас, смотрите, сейчас altitude. Давайте скручиваем. Да, видим, что Top of Descent уходит. Но, как бы они так и говорят, написано. Давайте пока скрутим на 50-й эшелон. Так, Light Level 50Z и нажмем VNAV. Ой, говорю, VNAV же надо, а не Navigation. Еще раз вот так, чтобы VNAV был. Вот, VNAV Vertical Speed встал. И вот сейчас посмотрим. Вот смотрите, Alt Star.
Да, вот он правильно, смотрите. Вот так вот автоматическая... Правильно, профиль вроде пересчитал, и мы пошли по профилю. Давайте посмотрим вот здесь вот. Vertical deviations по нулям. Да, главное, Alt Star горит. Режим. Нет, что-то, короче, тут маленько все равно не то с режимами. Дима, даже не знаю. Но в настройках включите, попробуйте включить. Там есть настройка, включается это все. Да, видите, пошел, профиль пересчитал, все правильно. Только vertical deviations, ну, вот бара мы не видим в таком образе. Но он снижается. А вот здесь, кстати, alt start. Получается, он до заданной высоты, что ли, подходит. Но он еще не подходит к ней. Попробуем вот в таком режиме, в Винаве, полностью. Пойдет, не пойдет. Мне кажется, тут маленько что-то неправильно. Не должно Alt-Star гореть. Что к заданной высоте нам еще долго, чтобы до нее подойти. И мне кажется, смотрите, постоянно вертикальную держит одно и то же. Нет, знаете как, давайте по старинке. Я вот так вот перейду. Vertical speed. И vertical speed minus 100. Так, здесь я перейду в speed cell. Вручную установим 240. Speed 240 blue. Set. Так, и... А вот здесь вот теперь высоту... Правильно накрутим, смотрите сейчас, чтоб Top of Descent нам переместился, чтоб мы его прошли. Да, сегодня по ILS будем заходить. Так, вон он появился, вертикальная девиация, все, отлично. Посмотрим. Перекручу выше. Ага. Да, вот он примерно правильно подходит к нему. Тогда дальше спускаемся. Так, light level устанавливаем 5-0. Так, light level 5-0 set. Давайте здесь VNAV. Alt-Star. Ну, кстати, вот, наверное, вот так вот и есть у них. Добавляем скоростем. Да, здесь, кстати, должно быть отклонение показывать, нифига не показывается. Да, может быть, после тот включится вина. Что-то странно как-то, блин, все. Давайте все-таки вот так вот сделаю. Да, раздельные. Защелку поставил. А он просто бывает почему-то сам второй. Хотя не шумит ось, а вот в АТР-ке так сделано.
Да, видим, Top of Descent, вон он переместился и не хочет нам больше на констрейн наш перемещаться. Ну ладно, ничего страшного. Поедем снижаться сами. Давайте Vertical Speed и минус 1400 set. Все-таки лучше, короче, по старинке снижаться. Вот это более правильный способ. Когда Top of Descent проходим, потом скручиваем. И вот потом только вина подрубаем. Как в прошлый раз мы сделали. Все-таки не совсем корректно у него вертикальный профиль вот именно рассчитан. Но работает, видите, мы начали снижаться, тем не менее. Вот то, что прочитали. Да, здесь мы так не успеем нифига, нам будет зону ожидания будет вставать нашими экспериментами. Так, а здесь у нас зона ожидания здесь есть входной, получается. Здесь если 136 обратный. Так, 136 минус или плюс 180, да, посчитать, прибавить. Это получается, что у нас 200, 300, получается 316. 5 hold, да, вот видите, вот, да, после Top of Descent, после прохождения, он пытается нам пересчитать. Ну, давайте, хорошо, руду убираем, потому что он не может нам 5 hold, говорит, что тангаж. И увеличим Vertical Speed еще раз. Нажмем Vertical Speed. И сделаем минус 2000. Сейчас как раз, может, и догоним. Хотя вряд ли. Спасибо, Виталий, спасибо. Хотя вот какой-то профиль догнали. Вот показывает, что... Давайте заармируем его. Винопав. Speed Manage. Full pipe magenta. Да, вроде нормально, на профиле похоже. Идем. Так, здесь 2300 и баф, здесь 400. Перед входом в глиссаду будем выпускать и гаситься. Так, heading adjust. И давайте сразу alt select кручу на 1400. Так, altitude 1400 set. Не, нет, не в ночь. А зачем? Руды в ночь не надо. Иначе мы выйдем за ограничение. Speed 170 Magenta. Видим, что переключился на 170. В ночь только они во время взлета, ну, во время набора, взлета и круиз. Да не вайдл, ну почти что вайдл стоят. Вот ground idle, вот он ниже, а во flight idle. Земной газ не поставишь.
Так, transitions. Set QNH 1021. Давайте QNH 1021 set. И здесь сейчас поставим. Set cross-check. Passing altitude 4200 now. Да нет, не приходится рудами ловить. Вроде побыстрее все нормально делается. Ну, вначале только установил. Да, высоко, смотрите, подходим. И мы и шасси не успеем не выпустить, ничего. Так, ну что сделаем? Сейчас он будет оттормаживаться. Может и успеем, кстати. Нет, не успеем. Интерцепторов у нас нету. Так, я про чек-лист надо читать. Сейчас, ребята. Давление 10.21 выставили. Так, 1000 level off, подходим. Approach, давайте вот так вот. Arm, lock, glide slope. Да, 185 у нас ограничение, чтобы... А мы его не можем поставить. Нет, давайте попробуем как раз уход сделать. Нет, не выйдем мы так, иначе... Хотя, может быть, есть еще... Давайте автопайло дизенгейдж. И попробуем go round. Вот так вот go round нажмем. Так, здесь только в тейков. Директора должны у нас уйти вверх. Заход. А они у нас вверх не уходят. Директора также остаются в заходе, получается. Давайте хорошо, чтобы с захода сбить. Сейчас зайдем, развернемся сами. Директора, по идее, должны у нас прекратиться. Заход, видите, go round везде. А они все равно не пошли на go round. Они должны вверх показывать. Вообще у него как в Airbus при go round flaps, ну, на одну. О, смотрите, теперь ушли. Поставим 2300 set altitude и до нее. Так, здесь я climb. А смотрите, косяки, да? Видите, скорость туда-сюда, туда-сюда. Он не знает, какую ему брать. То ли 170 поставит, то ли 130. Давайте сами визуально зайдем. Влево сделаем. 2300 будем делать. Хрен не больше 30-ки. Да, глюки есть. Смотрите, видите, заглючило. И скорость у него. Ну, надеюсь, все это поправят. Потому что ничего страшного нету, все поправимо. Самолет не падает, не клинит, летает.
Ну, пусть маленько неправильно, ничего страшного. А на Юкоме, наверное, и нет никого. А я просто забыл. Давайте сидбелт он. Нет, вот так вот. Сидбелт. Сейчас поразворачиваемся по курсу. Лендинг лайтс он. Включаем мультиметр. Screen edge 1-0-1-set. Cross-check cabin altitude. Чек. На 10 тысячах нужно было посмотреть. Так, и кроссфит. Кроссфит чек. Давайте глянем здесь быстренько. Отлично, чек. Approach checklist complete. Прочтем чек-лист. Ну, наверное, встречают просто. Кто-то из ребят загрузился посмотреть. Так, 2300 держим, 2300. Спускаемся. Так, adjust heading. Ага, вон на Юникоме написали. Так его мотыляет, конечно, самого. Вот, вроде штурвалом держу, вообще не шевелю практически. Вот видите. А кидает его. Не знаю, почему так сделали они. Да ничего, пробуем, Виталий же, все. Высоковато подошли, попробовали уйти на второй. Видишь, индикация заглючила, вот теперь скорость. То 170, то 130 хочет. Директора не сразу ушли. Высоко подходили. Так, что, бормаяк у нас 5,9 удаления отошли. Может, с глиссады. Сейчас глянем. Сейчас обратно зайдем нормально. Мы просто не успели бы выпуститься. Так, там на удалении 8,3, 2,300 надо будет. Еще идем. Так, давайте поехали, разворачиваемся. Давайте altitude 1400 set. Поехали, потихоньку снижаемся. И вот так на перехват курса сделаем, когда будем подходить. Перелетаем. Наверное, спид сделаем вручную, чтобы скручивать. Поехали, flaps 15, speed check, flaps.
Get down. Тысяча 400 снижаемся. Ну-ка, на переключим. Нет. Его родная скорость мельтешит, короче, не понимает он. Так, сколько нам? 109 была у нас посадочная, да, 109 будет. Давайте спид поставим. Блин, не вижу. Вот так. И выпускаемся в флапсфере. Питчей флапсфере. Подходим к глиссаде. Еще раз сейчас нажмем approach. Lock light slope. Вот так вот, speed 109. Сейчас оттримируюсь, ребята, и чек-лист нужно прочитать. Вот директора только сейчас подходят, видите. Нет, смотрите, прям директора что-то плавают. Повторители, идем, буду держать повторители, а не сами планки. Директор, ну, вообще какую-то ерунду показывает. Plot of traffic, UTR 005, on final runway 05. На курс надо выйти. Не вот по этим директорам, а то я на него ориентируюсь, а мы все время идем от курса. Ну так, управляется, не скажу, что прям совсем просто. Я тут это закрою, чтобы не мешал. Вот, видели, сирена сработала. Хорошо, что она с шасси, кажется, не выкинута. У меня же среднее положение есть, а я и не вижу. Вот прикиньте-ка. Continue. 200. Minimum. Minimum. Landing. Вот так вот бывает. А то приземлились сейчас. 100. Вот плохо, что некогда, вот когда пилотируешь. 20, посмотреть некуда по сторонам, крутиться. Вот в шлеме как классно. Взглядом раз, реверс не будем применять. Хотя давайте, чтобы вот тут сверху. Да, для этого... Да, так-ка тут на нем. Ну, короче, вот, видите, глюки есть по скорости. Все из-за винала. Короче, вот нужно, как в предыдущем полете. Я снижался по виналу. Вот, вот так вот и нужно летать. Посмотрите, если кто вот не знает, как в предыдущем стриме. Вчера мы приземлились. И начинали снижаться. Вот так вот он вертикальный профиль хорошо держит. И никаких глюков почти что нету.
сейчас притормозим чуть-чуть. Так, время останавливаем. Plot of traffic UTR 005, runway 05 located. Так, ну что, left side, right side, поехали. 2 минуты, по идее, нужно засечь, включить проном, двигатели останавливать. Ну такое, говорю, он в пилотировании, не скажу, что простой. Вот это вот сделали, его постоянно качает, хотя ветра сильно нету. Ну, следить за ним нужно. Тем более его постоянно кренит. Но либо элероны применять, триммер элеронов, ну лучше не надо, конечно. Лучше штурвалом держать это все дело, потому что у него вращение винтов идет. Ну интересный такой самолет в пилотировании, говорю. Мне, по крайней мере, понравился очень. Так, куда здесь, на какую бы стоянку, на какую-нибудь завернуть, сейчас вдоль проедем. Ну, а вот эти, то, что глюки есть, и вот то, что сейчас по скорости было, да, в Мадженте, сейчас тут сбросилось. Не знал он, какую ему скорость выбрать, и при уходе на второй круг что-то директора как-то странно себя повели. Да и при заходе вот немного. Ну, это все, я думаю, поправится. Plot of traffic, Dona 8110, taxi on point runway 05. 1.5 минуты. Че, 10 день давайте вон. На следующей стоянке за рулем. Что остановился? Да, вот мышкой повернул. Так, еще нам нужно тест сделать наш автоматик Take-off Power. Динамический тест. Вот я. Не включил огни. Не, пока будем продолжать летать. Ну, изучать аппарат. Интересный. Почитать, какие-нибудь фишки найти на нем попробовать. Так. Park brake on. Давайте. 2 минуты у нас прошло. Двигатели можем спокойно первый двигатель. Давайте. А, кстати, мы же тест хотели. Проверяем, арм загорелся. Динамический тест делаем. Он на рулении не делается. Пол Рейнджу приветствую. Ну ничего, бывает. Так, все. Вроде отлично. Сделали. Так, 30 секунд сейчас ждем после этого. И двигатель. Или 20 секунд после динамического теста. Так, здесь во фьютер. А вот здесь вот после того, как фьютер поставили, 30 секунд выжидаем. Они запускают хроно. 30 секунд выжидают и глушат. Хотя они есть, катаются на одном. Кстати, этот тоже можно. Второй вот. Питер положение. Так, и надо было, да, нам после этого убрать наш обогрев пито. Так, 30 секунд есть. Все, вот этот двигатель глушим. А этот остается, так, Park Brake
Кстати, газ-лок было тоже после руления, они делают. Забываем. Так, проб брейк он. Тормозим винт. Ну и вот так вот держимся. Место ВСУ. Здесь двигатель, ой, этот насос выключаем. Так, все вроде бы. Так, бейкон отключаем. Так, ну все, открываем здесь перформанс. Ой, ну перформанс на страничку Aircraft. Так, чокс ставим. Давайте подгоним JSX. Откроет он. Будет выгружать вернее. Так, а мы зачитаем чек-лист. Автолендинг. Транспортер TCAS радар стендбай. Flight controls у нас лог. Лапс. Лап зеро. Тримс. Да, кстати, триммер. Ну, вон в зеленой зоне сет. Да, если что, в зеленую зону надо его перекидывать. Так, landing lights strobe off. Выключено. Так, anti-de-icing off. Engine start rotary off. Лапостарщик, Донави, да, climb, conditions lever, fuel shut off, выключено. Через окошко баланду дает. Нет, это для документов у них, ну и для вентиляции. Так, ну что, будут выходить пассажиры? Короче, вот как-то так. Сегодня, конечно, вот с вина вам поэкспериментировали. Недоделанный у него пока вина нормально, чтобы снижаться автоматически. Лучше изначально пользоваться Vertical Speed, проходите Top of Descent, переходите на Vertical Speed, потом скручиваете Altitude на нужную, и вот тогда вертикальный профиль нормально держит, рассчитанный. Мне кажется, все в пересчете. Да, вот сейчас нормально люди выходят, все вроде ништяк. Подсказка, лайфхак вам скажу, чтобы у вас люди вверх не улетали, кто JSX пользуется. Когда загрузились, зайдите в меню, wait, только самолет прогрузился, и подвигайте ползунки загрузки топлива и, самой payload загрузки. И тогда они не будут вверх улетать, будут нормально вот так заходить. Вроде как. Ну вот, в общем, вот так вот. Ладно, ребята, будем стрим заканчивать. Да не за что. Вам спасибо всем. Вон, смотрите, борт полетел, уходит. Вот, может быть, сегодня, не знаю, еще слетаю. Ну, завтра точно полетаю. Это 110, Airborne. Вот, сегодня, может, на чем-нибудь другом, на Боинге, вспомню вечерком. Посмотрю, а может, опять на АТР-ке слетаю. Надо закреплять все равно материал. Что-нибудь посмотрим интересное на нем. Вот. Так что давайте всем впереди хороших выходных. Хорошего пятничного вечера. Всем не болейте, любите авиацию. И пока-пока, ребят.